Сегодня в Чувашской государственной филармонии стартует межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы». Марафон объединит Ульяновскую область, Башкортостан и Чувашию. На протяжении месяца в городах, селах и деревнях этих трех регионов пройдут выставки об истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, где расскажут и о подвиге жителей Приволжского федерального округа в годы Великой Отечественной войны. Также в рамках марафона состоятся уроки мужества в школах, научные конференции и концертные программы.